Здравствуйте, друзья! С вами Бонг Сейбер, и сегодня мы с вами будем говорить про дев со щитами. Суровым нордическим леди с островов совсем некогда думать о размножении, тем более зовут их девами не просто так. И как вы понимаете, естественным способом они сделать этого не могут. Именно этому деликатному вопросу посвящено данное видео. Провести эксперимент по размножению суровых обитательниц островов предложил Кирилл. Он же является автором дек, с помощью которых мы проводили селекционные опыты. Спасибо, дружище. Основные действующие лица нашего эксперимента. Девы-щитоносцы клана Друмонд. Карта наносит урон в 2 единицы. Если атакуемое существо было ранено, то призывает из колоды свою копию. Накер-воин. Как бы дико это ни звучало, но размножаться наши девы согласились только вместе с этими обаятельными монстрами. Карта при розыгрыше создает две базовые копии дружественного отряда на дне колоды. Цель нашего эксперимента, как вы уже догадались, получить на столе максимально возможное число дев-щитоносок на столе. Для этого мы собрали две колоды. Монстры на догоне и скеллиги на бране. На ваших экранах колода догона. Выбор лидера был обусловлен его способностью прокрутить колоду туманниками. Также для прокрутки были использованы головоглазы, плотва, крест, приказ на выступление и, конечно же, Авалах с возрождением. Основные карты – это накеры войны. Для клонирования их мы использовали оператора, чучело и круг призыва. Колода короля Брана, как и Дагон, он в своей фракции имеет самую лучшую прокрутку. Колоду мы крутили примерно теми же картами, что и у Дагона, но добавили фракционную прокрутку пиратов и поединщиков клана Анкрайт. Также мы дополнительно использовали королевский указ для улучшения захода золота и Гюнтера Аудима. Помимо дев со щитами, в колоды были карты, которые впитывают большое количество урона, позволяя всем девам выйти на стол. Это чемпион чемпионов, который растет на 2 базовые силы каждый ход, если одинок, и дракары. Ход эксперимента был следующим. В первом раунде мы крутили колоды, пытаясь получить в руку максимально возможное число ключевых карт. Мы играли головоглазов, пиратов клана Димун, Дагона с туманниками, короля Брана с поединщиками клана Анкрайт, и потом, когда колоды были освобождены от прокрутки, сыграли Авалаков. Затем пришло время копировать накеров операторами. Во втором раунде мы начали растить чемпиона, после чего я украл на свою половину поля одну деву с помощью суккуба. Далее мы начали процесс размножения дев с помощью накеров и других подручных средств. На третий раунд мы сохранили на столах по одной деве и чемпиона. Сыграв всех накеров, мы начали процесс размножения. Давайте вместе насладимся этим моментом. All together.
Стоит отметить, что чемпион не справился с таким наплывом щитоносок и его приходилось подлечивать грибами. В итоге нам удалось вытащить на стол 33 девы со щитами, 16 с одной стороны и 17 с другой. На этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Бонг Сейбер. Подписывайтесь на канал, будет интересно.